Поехали. Давайте. Ну вот, 15 минут. Сегодня четверг. Сегодня хороший четверг. Прекрасный, по-моему. Низкое давление 722 миллиметра, чего бы то ни было. Надо будет все время спать. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Пока вы собираетесь, я сделаю рекламу. В профиле написано мой адрес. Расстрига в телеге. Расстрига 2С. Расстрига в телеге. Есть какие-то двойники, но они не просто Расстрига, а там Расстрига и номер какой-нибудь или еще чего-нибудь. Этих нафиг. Не худею, нет, нет. Сам умри. Дай его забанят. Дай забаню это говно. Сейчас, как это делается? Сек. Сейчас я это говно забаню. Во. Спасибо, товарищ. Сейчас. Report command. Спамо абьюз. Все, я вас забанил, товарищ. Говно твоя фамилия. В хорошем смысле этого слова. Но я уничтожил тебя, говно. Хорошо. Поехали дальше. Отлично, отлично, отлично. Значит, это самое. Дальше поехали, дальше поехали. Водка и коньяк. От коньяка же изжога. От водки вонь. Не надо ни водки, ни коньяка. Не надо, ребят. Зачем? Вы отжимаетесь. 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 Я не пью так на неделе. Никогда не пью. Честное слово. Мне кажется, что это глупо. И потом я очень дорожу правом сесть за руль. Вот я абсолютно серьезно. Шампанское в пятницу. Значит, я должен сесть за руль в любую секунду. Вот у меня же двое детей, и я не верю ни в какие службы, кроме себя. И вот я знаю, где у меня ключ, и ключ от машины. И я точно понимаю, что я в любую секунду должен встать и поехать. Абсолютно. Поэтому мне нужно быть все время трезвым. Кроме пятницы, когда я выпиваю шампанское, да. Но это так тоже. Вот я сейчас думаю, а зачем я его выпиваю? Я мог бы и отказаться, наверное. Ну, уже какой-то ритуал, что ли? Скорее всего. Потому что так-то оно мне нахрен не нужно. Хаш, холодец и студень, не знаю, при артритах нельзя. А Проханов теперь не ездит. А Проханов ездит куда-то? Вы видели Проханова? Я заметил, что он не ездил. Он раньше, бог вам судья, да, значит, он раньше ездил, к мне довелось узнать, пытаясь поддержать себя до известной степени материально. Ну, то есть, его выступления на радио были связаны с гонорарами, как мне представляется. И, ну, а я не хотел платить. Ну, честно, у меня денег нет. У меня такая бедная станция. Вот, шампанское не для того, чтобы дурить, шампанское, я пить хочу. Я вот сейчас попробовал взять, этой самой, говорю, Ессентуки номер 17, нахреначить со льдом, знаешь, со льдом, выболтать мальца пузырей и попить ледяного такого. Я и шампанское же со льдом пью. Значит, и ледяного шарахнуть, Ессентуков. Не хуже шампанское, если честно, не хуже, то же самое. И Ессентуки номер 4, и Ессентуки. А потом еще как-то Новотерская, что ли? Новотерская это хрень есть, правильно? Значит, я со льдом шарашу, и нормально получается. Чай, чай другое дело. Саратов самый пьющий. Чай это пуэр для меня, в общем, в основном. В мэра я не собираюсь. Меня звали в Мосгордуму, как-то звонил чувак. Причем большой чувак. Там, давай мы тебя включим. Я говорю, знаете, неудобно. Потому что, когда ты политик, ну, с моей точки зрения, ты не можешь быть, ты должен быть как бы совсем чистым. А я хочу иметь потенциальное право на быть нечистым. Ну, не хочется вот... Не то, что я хочу быть грязным, но мне кажется, я думаю, что если ты политик, ты должен быть тщательным. Тщательным вот со всем. Все... Только не говорите мат. Когда вы говорите про маты, ербоматы, вы помните, ударение должно быть на первый слог. Ербоматы. Это трава мат. Ну, ербоматы, да? Вы должны говорить с ударением на первый слог. Не уподобляться французам. Вы не французы, нет. Правильно? Хорошо. С Минаевым мы общаемся. Вот я ему недавно ссылку про нас написала Настя Рыбка в телеге.
что что-то очень похвальное. Настя Рыбка прямо нас похвалила. Меня и Минаева. И, ну, Минаев не видел, а я ему кинул. Но он абсолютно офигенски это ответил. Нормально. Значит, хорошо. Маты – это ужасно. Но это не это падуб. Вы должны... Послушайте, не ищите нигде секрета, где его нет. Понимаете, да? Не ищите в каких-то названиях странных секретов и таинственных вещей. Ерба мате – это падуб. Падуб. Ну, падуб. Падуб – это целый куст всевозможных куст кустов, да? Их 400 видов падуба. И вот один из падубов называется ерба мате. А, значит, а другие падубы вы можете купить, например, в Сычуане. То же самое. Падуб. Только падуб китайский. Пожалуйста, можете пить его, как ерба мате. Но он такими брикетами продается. Падуб китайский. Совершенно спокойно. Вместо чая пить. И будет вам... Ну, это не совсем мате. Ну, вкус очень похожий. Но другой. Немножко другой. Поэтому вы не придумывайте странные слова для того, чтобы прятать смысл. Наоборот, открывайте смысл. Например, вы пьете этих, сейчас какие-то красные ягоды появились, эти, ну, не сейчас, уже, наверное, года два, китайские. Значит, как же, кизильник китайский, кизильник, по-моему, называется. И они называются по-китайски. Ну, хорошо, но вы-то знаете, что это кизильник. Значит, не надо выдумывать какие-то странные для себя таинственные вещи. Мате. Кофе латте, вино олиготе, годжи, ягоды годжи. Превратитесь на мгновение в русских. Это кизильник китайский, кизильник. Ну, кизильник просто растение такое. Не знаю, зачем выдумывать какие-то странные экзоты. Вы же не экзоты какие-то. Хорошо, значит, чувак в майке за $25, простите, $24.99. Я покупаю... Потому что за $10 вы купили бы обычный хлопок, а я покупаю heavy cotton. Heavy. Я показал вам живот, простите. Значит, heavy cotton я покупаю тяжелый хлопок, настоящий толстый хлопок, который хорошо держится. Годжи уже не модно. Не модно, но с водкой, вот, например, китайцы его делают с водкой от простуды. Считают, что от простуды, правильно. Я никогда его не употреблял. Нахрен оно мне надо. Никогда не употреблял. Просто я знаю об этой моде. Я сам когда-то грелся. Мы были на горе Вавушань. Это, можно сказать, если посмотреть на Сычуань, это слева западный Сычуань, где начинается Тибет. И вот там есть гора Вавушань, с которой вознесся Лао Цзы, предположительно. Ну, может, нет. Может, да, может, нет. Неважно. Легенда. И, значит, на этой горе Вавушань ни хрена не топили. И я... А как греться, когда не топят? Ну, как на фронте? Жрачкой. Надо жрать. Понимаете? Солдаты Суворова съедали там по ведру гречневой каши в день. Там по 8 килограммов, по-моему, в готовом виде. Можете себе представить? Ведро каши. Значит, каждый... Представьте, как они срали. Вы можете себе представить, как срет человек, который съел ведро каши? Ну, ведро. Завтра опять ведро. Это не значит, что ты съел ведро и потом можешь отходить 2 дня. Нет. Сегодня ведро, завтра ведро. А все остальное они тащат на себе пушки, как идиоты. Ну, потому что лошади падают, скользят там что-то. И они через перевал Сен-Готар тащат пушки на себе. Понимаете? Ведро каши, завтра опять ведро каши. Как они срали. То есть я понимаю, что это, так сказать, они срали, как динозавры примерно. Да, вот Минаев пишет, привет. Минаев, он не знал, что я с вами разговариваю. Значит, и про что я говорил-то? Эй, 3 метра против ветра. Про что я говорил? Привет из Гамбурга, приезжайте. Не хочу я. Говорю. Ведро говна, ведро каши, ведро говна. Но чуть меньше. Значит, почему власть не заинтересована в новых кадрах? Почему им не нужны мы? Ну, потому что вы не нужны. А для чего вы нужны? Чтобы делать что? Нужны таджики, которые добывают нефть. И за ними смотрят украинские инженеры. Инженеры из Украины смотрят за таджиками. А вы для чего? В этой цепочке вы где? Потому что я понимал. Деньги делить? Идите нахер. Я в хорошем смысле. Понимаете? Ну вот. Возьмете рыбку в соведущие. Что мне нравится в рыбке, в Насте рыбке?
Мне нравятся ее худенькие плечики. Они какую-то нежность пробуждают, субтильность. Субтильность и нежность в человеке, мне кажется. У Насти Рыбки действительно очень субтильные, изящные. Нет, она сидит в тюрьме. Она сидит в тюрьме. Изящные плечики. Все остальное я не знаю. Но это вызывает чувство нежности. Мы же не смотрели на все, нам не показывают. Дерипаска, остальное все. Инет как китаец, согласны? Да, значит, давайте про Вавушань. Что я говорил про Вавушань? А, я говорил про Вавушань и про Ягоду Гаджи. Значит, на Вавушане не топит. Ты сидишь там, сука, при 4 градусах тепла. 4. И ты должен так спать. Но тебе дают электрическое одеяло. Оно мокрое от влажности. От тумана постоянно все. Значит, ты ложишься в него и включаешь его. Бэмс, включаешь. А, значит, чтобы вы понимали, когда вы выходите, они тумблер на стене выключают. Если ты заранее хочешь натопить одеяло, потому что оно высохло и было сухое, не получается. Потому что когда ты сдаешь ключи, идешь куда-то, или даже не сдаешь ключи, просто проходишь мимо тетеньки, которая там сечет, кто куда идет, она вырубает рубильник. И твоя комната без этого самого. А когда ты проходишь мимо наоборот, она тоже сечет, она такая включает. Ты такой приходишь, елки, одеяло не греет ничего. А, это тетка выключала. Значит, и вода то же самое, вода. Ты хочешь душ принять, ничего не греется, пока тебя нет. То есть ты уже вошел в комнату, включаешь одеяло, включаешь душ, ну, в смысле, этот бойлер, чтобы тебя нагрело. И час сидишь, кукуешь, но очень холодно. Тогда идешь пожрать. Тайком, чтобы она не выключила все это. Тайком проходишь боковым коридором. Значит, и что жрешь, когда все плюс 4 и не топят? Сало. У них такое сало длинное, такие куски порезаны. Сало длинное и как бы до коричневого цвета. Как бы бекон, но только до коричневого цвета, как полосы такие, потолще. И водку с годжи, вот с этой ягодой годжи. Водкой налупишься с салом, водки с салом налупишься. Хорошо. Женщины, самые красивые женщины, товарищи, это любые женщины на четвертый день. Первый день, вот приезжаешь первый день, который, любое место приезжаешь, первый день, есть ничего, есть, ну, не очень, но есть ничего, да? Второй день, черт, я что-то вчера не разглядел. Ну, они прям это, нормальные тетки, нормальные. То есть там, ну, вот первый день из 10 две хорошие, прям из 10 две хорошие, первый день. Второй день из 10 прям 4 уже, прям 4-5 хороших, прям хорошие. Третий день, ну, если ты не мастурбируешь, естественно. Если мастурбируешь, то остаешься при мнении, что всего 2 хорошие. А если не мастурбируешь, значит... Третий день. Ёлки. Ну, они прямо вот 5 прямо клевейшие, а 5 прям ничего. Нормальные такие. Нормальные. А значит, на четвертый день 10 красавиц. Просто королевы. Королева! На колени. Королева. Богиня. Ну, это на четвертый день. Если не дрочить, конечно. Но если все-таки опростаться, прогуляться до раковины и опростаться, то, ну, баба как баба. Хотя нет, все равно скучаю. На четвертый день уже все равно, даже если постоянно спускать, то на четвертый день все равно уже где-то 5 красоток. Уже, потому что все равно вот это не восмещает, не получается. И ты думаешь, черт, смотри, уже половина красивых. Реально красивых телок. Просто совсем красивых. Природа, а что делать? Ну, вот природа. Плохо это, конечно. Да. А нищенка доберется до вас. Талии острые аргентинские. Аргентинки вообще просто бесстыжие. Аргентинки чудо просто. А я абсолютно бесстыжие. Ну ладно, я не буду рассказывать. Ничего не думаю о Парфенове. Чего не думать о Парфенове? Когда разогнали? Просто помните такую фигню. Просто помните. Когда разогнали НТВ. Это было в субботу. Ну, чтобы вы знали. Помните или нет? Может, вы не помните. В субботу 14 апреля 2001 года люди пришли на работу на НТВ, а им сказали, идите к черту. А охрана не пустила. НТВшников не пустила охрана. Я прошел
туда поговорить с Таней Митковой. Она была внутри. И по коридору ходил Леня Парфенов, который, Леня Парфенов, был одним из двух человек, возглавивших разгром НТВ. Леня Парфенов, просто спросите его, был одним из двух человек, которые возглавили разгром НТВ. Ну, наверное, это хорошо, что ли, или как, я не знаю. Ну, вот. И все остальные каналы молчали, да, абсолютно верно. Но я пришел, и говорю, ребят, ну вы, я сказал, не Лене, я сказал Тане. Я сказал Тане, возьми хоть какой-нибудь больничный, ну как-то неприлично. И Кох там был, да, абсолютно верно. И этот самый был, как же его, американец-то, который американец. Подскажите мне, как вы знаете, скажите американца, который, потом я с ним встречался. Это же Парфенов возглавил разгром НТВ. А эти ушли все на ТВ-6. Эти все ушли на ТВ-6, значит, перейдя дорогу из СК-3, из СК-1, они пошли через 17-й подъезд, все. Хлебников, не Пол Хлебников, а что? Йордан, Боря Йордан, конечно. Борис Йордан. Борис Йордан, Леня Парфенов, Таня Миткова возглавили разгром НТВ, конечно. Всех трех их, нет, Таня осталась. Всех их двух, по крайней мере, Борю Йордана и Парфеновича, после этого съели. То есть они помогли сожрать НТВ и их выкинули. Вот и все, и все. Где-то плачет дуть, ведь это краеведческий музей. Я выше не буду. Спасибо вам огромное. Сейчас 11:32. Завтра, братцы, завтра в 11:15. Договорились? Пока.